Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Давненько не готовил креветок. И сегодня хочу опробовать рецепт одного довольно известного испанского шеф-повара. На самом деле я не уверен, что это именно его рецепт. Вполне возможно, что он выцепил его где-нибудь в Азии. По крайней мере, в сегодняшнем рецепте используется такой стандартный набор японских или тайских продуктов. Но может быть это какой-нибудь помотивник. Рецепт чрезвычайно простой, но для его воплощения в жизнь вам потребуется посетить отдел, торгующий японскими и азиатскими товарами какого-нибудь крупного супермаркета. Итак, креветки обязательно понадобятся, понятно. Сырые, это сырые, несмотря на то, что красный вид такой. Мирин, ну это сладкое рисовое вино, которое в Японии для готовки в основном используют. Соевый соус, масло оливковое, зеленый чай, имбирь и листья лимона. У них такой классный цитрусовый аромат. Лучше, конечно, все-таки найти листья кафирского лайма. На самом деле, найти их прям вот большой сложности не составит. Весь мир взялся готовить всякие там тайские блюда, японские блюда. И буквально, наверное, большинство крупных супермаркетов просто завалено наборами для том-яма, например. Короче, можно найти и лайм кафирский, и мирин. Поищите в гугле. Мирин купить. Наверняка найдете поблизости от своего дома десяток адресов. Чуть ли не в любой забегаловке уже суши предлагают. Мирин бывает трех видов. Хон мирин, в переводе истинный мирин, очень сладкий, сахар до 50%, в алкоголе там 13-14%. Затем сио мирин, он с солью, и син мирин. Это скорее приправа, практически безалкогольная, там спирта меньше процента. И нужен сегодня именно хон мирин, то есть истинный мирин. Приступим. В кастрюльку отправляется 100 мл воды, 50 мирина, 25 соевого соуса. Зеленый чай и листья лимона. Если все-таки не найдете листьев лимона или лайма, замените в конце концов цедрой того же самого лимона или лайма. Парочку буквально тоненьких ломтиков будет достаточно. И имбирь. Примерно 1 чайная ложка понадобится. А теперь нужно довести до кипения, снять с огня и дать настояться несколько минут. Как раз хватит времени креветками заняться. А с ними Альберто, так испанского шефа зовут, предлагает поступать так. Сначала голову, а затем уже режу пополам. Ну и, конечно, надо удалить кишку. И в таком же духе поступаю с остальными креветками. Отлично. Духовка у меня уже разогрета на 220 градусов. Надо процеживать настой. На каждую половинку примерно по чайной ложке этого бульона или настойки, как хотите, так называйте. Наверное, ближе всего по смыслу будет все-таки маринад. Отлично. Так, да, и чуть не забыл, по несколько капель масла на каждую креветку, на каждую половинку креветки. Отлично. Солить не надо. У нас в составе маринада соевый соус, помните? И отправляю в духовку. Мясо сырых креветок выглядит таким полупрозрачным, что ли. Готовое стремительно белеет. В зависимости от размера ваших креветок и температуры в духовке реальной, понадобится от 3-4 минут до там, 8-9, не больше. Короче, следите за внешним видом. Передерживать не стоит. Видите, все готово. Очень быстро.
а выделившийся сок, этот бульончик, надо процедить. Все, можно пробовать. Так, вот этот я отделю. О, какая красота. И в маринад, он же в соус, он же в сок. Так. Очень вкусные креветки, но на мой вкус в этой пропорции немножко соли не хватает, и имбирь слабо чувствуется. То есть я бы, наверное, против тех пропорций, которые брал Альберта, увеличил количество соевого соуса и количество имбиря. Да, было бы лучше. Я специально буду, когда вот вывешивать пропорции, укажу пропорции Альберта и мои рекомендации. Так, ну надо еще одну укусить. Ну, слушайте, она очень вкусная. Очень вкусная. Она недолго готовилась совсем в духовке, буквально там вот 4,5-5 минут. Она очень сочная, из-за мерина сладковатая, острота чувствуется от имбиря, ну вот эта вот пряность такая, но слабо, надо бы увеличить и на и количество соли, ну то есть соевого соуса надо чуть побольше. На самом деле, это достаточно перед тем, как заливать вот этим маринадом, попробовать соус, я думаю. Ну-ка. Да, он чуть более сладкий, чем мне бы хотелось, и чуть менее соленый, чем мне бы хотелось. В самом, кстати, вот этом соусе острота имбиря чувствуется, прям так хорошо согревает рот. Но на креветках чувствуется мало, поэтому, я думаю, имбиря нужно класть в этот маринад чуть побольше, чем было бы просто вот приятно вот так вот выхлебывать этот бульончик. Да, бульон, кстати, очень вкусный. Очень вкусный, прям класс. Короче, респектище Альберта, готовьте, это классно, это вкусно, пробуйте этот маринад, чтобы чуть-чуть скорректировать, потому что еще разные соевые соусы обладают разной степенью солености, поэтому поднастроить может быть как раз в этот момент. Отлично, на этом позвольте закончить, я буду доедать эти вкусные креветосы, надеюсь, что у вас тоже есть там что стрескать за кадром. Трескайте. Спасибо за компанию, всем пока. Я еще уйду, тащу. Классная штука. Классная. Классная. Бомба.